Итакушки. Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Друзья, произошло эпохальное событие. Случился халвинг биткоина таки. Сколько? Уже часов 12 назад, наверное. А точнее говоря, 100 минус 16, сколько будет? 84. А точнее говоря, 84 блока назад. Потому что, смотрите, каждые 210 тысяч блоков происходит халвинг. Кстати говоря, у нас в Телеграме, если вы не подписаны на него, обязательно исправьте эту ошибку. Ссылка сверху и внизу. У нас в Телеграме был интересный опрос. Халвинг BTC происходит каждые 4 года, 2010 блоков или 10 тысяч долларов, или 10 иксов цены. В итоге 32% всего ответили правильно, что халвинг биткоина происходит каждые 210 тысяч блоков, друзья, конечно же. Это примерно 4 года. Вот, поэтому всем респектую той трети, кто технически подкован, а тем 53%, которые ответили 4 года, ну что, вам есть еще что подтянуть в этой сфере. В общем, да, друзья, что хочется отметить. Вчера был супер-мега-эпический стрим на английском языке у нашего друга Тона Вейса. Это был легендарный стрим, 10-часовой. Обязательно посмотрите его тоже, поставьте лайк, если вы понимаете английский. Если не понимаете, кстати, через Яндекс.Браузер прекрасно все переводится на любой язык. Вот, и что можно сказать, это был эпический абсолютно стрим, там было куча прикольных, прекрасных спикеров и тех, кто очень давно в криптопространстве, и майнеров, и трейдеров, и технических чуваков, вот, и из разных уголочков мира, и мне выпала честь тоже там побывать, поэтому всем большой респект, и особенно Тону, за то, что все это организовал. Вот, но что можно еще отметить, друзья, в сравнении с прошлым стримом, посмотрите-ка, который был 3 года назад, ажиотаж совершенно не такой сильный. Потому, ну, кстати, просмотров уже нормально, уже 30 тысяч просмотров с чем-то, а всего 120 на этом стриме было. Но в моменте там было просто столько людей, и в моменте было больше просмотров. То есть, о чем это нам говорит с вами, что социальный риск, это нам говорит о том с вами, что социальный риск все еще абсолютно не то, что невелик, он даже очень-очень мал. Посмотрите, у нас риск ценовых метрик уже 0,5, то есть средний риск. Риск ончейн данных уже 0,6, 0,62, то есть уже ближе к высокому риску. А социальный риск, метрики социальных сетей, подписки, лайки, интерес людей 0,14. То есть, ну, вообще супер низкий риск. Риск социальный снова точно такой же, как мы были на дне рынка. То есть в этом цикле происходит то, что всю вот эту фазу накопления и разворота народ не верит. Новые люди не подписываются на каналы. Посмотрите. Вот замечательнейшая метрика от Бенджамина Коуна на сайте Into the Cryptoverse про подписчиков новых каналов. Но, про новых подписчиков на больших YouTube криптоканалах. Посмотрите, здесь каналы все миллионники, двухмиллионники. CoinBiro, BitBoy Crypto, CryptoSaras, все-все-все. Da Vinci здесь же тоже. Кстати, Da Vinci, Карл, MM Crypto, все здесь. Андреас Антонополос даже. И что мы видим? Что на самом деле очень медленно возвращаются новые подписчики. То есть о чем это нам с вами говорит? Интерес к крипто все еще невелик. Посмотрите, даже здесь на коронадампе мы видим, что уже после коронадампа пошел всплеск новых подписок. Вот, как мы видим, даже в логарифме. Но сейчас мы видим, что мы даже расти-то начали буквально с вами вот 3 месяца назад. Поэтому это стоит учитывать в своем анализе, что социальный риск все еще не велик, то есть люди даже уже на all-time high, который мы достигли до халвинга, все еще не верят в крипту. Либо, конечно, есть второй вариант, что уже все вот эти 3 миллиона людей плюс-минус, которые тут есть, подписчиков на этих больших каналах, это и есть все потенциальные крипто-юзеры, потому что все остальные дебилы. Ну, в принципе, возможно и такое, кстати. Вспомните интернет на заре своего существования в конце 90-х, в начале 2000-х тоже считанные единицы пользовались имейлом. И все говорили, как это сложно, что это умрет и не приживется. А в итоге мы имеем дело с чем? Через 20 лет Google, Amazon, все остальное. Поэтому в крипто, я думаю, будет так же. Просто кучу проектов соскамится в итоге или будет стремиться к нулю. А некоторые проекты вырастут в разы и будут себя показывать очень хорошо. Что мы здесь видим? Что мы с вами только вышли из зоны накопления и отретестили красную линию средних значений как сопротивление и пошли вниз в коррекцию. То есть снова вернулись в накопительный канал, в котором, как я вам напоминаю, статистически, исторически нужно аккумулировать биткоин, а не продавать. И что мы видим по нарративу, что большинство уже выходит с рынка, говорят, все, это финал, тузамуна не будет. А что мы видим, ребята, в моменте по ончейну, по данным? Мы видим следующее. В стаканах всех крупных спотовых бирж биткоин откупают. Смотрите.
И более того, по вот этим вот объемам, которые здесь удерживают цену, мы можем сделать понижающийся канал вот такой, да, по понижающимся высотам и низинам. И что мы здесь видим? Что мы пробились вверх этого канала. Я вчера на стриме у Тона это говорил. Мы пробились вверх этого канала, причем даже на самом деле вот так вот. На самом деле даже вот так вот это выглядит. И отретестили сейчас его вверх как поддержку, посмотрите. И поперли наверх. Это очень хорошо. Посмотрите на стаканы, друзья. Стаканы ровные. Покупатель есть. Цену удерживают. И я не говорю, что это не значит, что мы не можем упасть еще ниже. Мы можем. И если мы приблизимся и посмотрим... Мы, конечно же, можем упасть еще ниже. Хотя бы вот к уровням в районе сетки EMA Ribbon недельной. Да, вот у нас верхняя граница это... 54-55 тысяч долларов, что соответствует предыдущему сопротивлению вот здесь. Также предыдущее сопротивление вот здесь, это у нас уровень 48 тысяч долларов. Это всего лишь сетка средних скользящих. Но обратите внимание, здесь мы до нее не дошли, и здесь, если мы имеем дело с параболой, мы тоже можем до нее не дойти. Вот в чем проблема. И те, кто ждут сейчас цен сильно ниже, кто ждут 50 или 40 тысяч, были такие прогнозы вчера на стриме, возможно, что просто останутся с носом. То есть, опять же, если это... Ведь мы имеем дело с чем? С более долгосрочным сценарием, где биткоин идет на сотни тысяч долларов. И, ну, как бы быть сейчас полностью вне рынка и ждать цену на несколько тысяч долларов, это просто банально глупо, потому что вспомните, что было раньше с биткоином, сколько он стоил. Ну, допустим, если вы его покупали вот здесь вот по 200 или по 400 долларов, сейчас, по большому счету, какая разница? Даже по 600, если бы вы его купили, все равно был бы офигенный профит. Ну, конечно же, в три раза разница, но тем не менее. Вот здесь по 600 уже многие говорили, что все, это дорого, я фиксирую свои 3 икса. И тут тоже многие так говорили. И вот сейчас у нас снова то же самое происходит, только мы переписали халвинг. И многие говорят, ну все, значит вообще, раз уж мы переписали халвинг, то типа куда нам расти, мы и так очень сильно перекуплены, пора в коррекцию, да? Но давайте приблизимся с вами на трехдневный таймфрейм и увидим следующее. И увидим то, что мы... Как раз находим поддержку сейчас на сетке EMA Ribbon. Посмотрите, как и здесь. А если мы придем на дневный таймфрейм, то мы видим здесь ложное пробитие сетки EMA Ribbon потенциально. Такое же, как и здесь, посмотрите. И RSI, посмотрите тоже, как красиво развернулся. И зеленая точка на MarketCypher. То есть, если все этот фрактал отработает, ребята, то мы сейчас просто должны очень резко улететь наверх. Но мы все еще потенциально в зоне сопротивления. Обратите свое внимание на уровень 65 тысяч, 66 даже тысяч. Если мы его не пробьем и отвергнемся вниз, то технически здесь картина медвежья более в долгосрочную, я думаю, краткосрочную, конечно, в более среднесрочную историю, куда-то вот в целью там в 52-54 тысячи как минимум, а то и в 48-46. Но пока мы с вами, ребята, идем наверх, пока по ТРДР у нас откупают, и на старших таймфреймах тоже, скорее я склонен предполагать, что сейчас будет какая-то проторговка вот в этом... Вот в этом большем диапазоне между, грубо говоря, 58 и 74-75 тысячами долларов. Вот такие сейчас у меня мысли по биткоину, господа. По позициям что? Все вроде как начинает отскакивать. Я немного тут вчера похимичил, но я уже был такой уставший после стрима, что я даже не помню, как я это сделал. Каким-то образом я вот тут чуть-чуть наколдовал себе эфира. Из других профитов открыл по нему лонг, по дэшу докинулся. Ну, в общем, потихонечку все это торгую, друзья, на Байбите. Также на бирже Gate сейчас торгую. Там идут акции, уникальные акции на депозиты. Они обещали сделать специальную промо-акцию для всех, кто регистрируется по нашей ссылке на Gate из описания. Скоро будут какие-то крышесносные депозитные бонусы. Так что обязательно, если у вас еще нет там аккаунта, зарегистрируйте аккаунт по нашей ссылке. Вот. И что мы здесь наблюдаем? Локальный треугольник по эфиру. У меня по нему здесь набран лонг небольшой. Вот. Может, конечно, все еще сквизануть, но похоже, что мы идем закрывать как минимум все вот это падение с целью куда-нибудь на 3500 сейчас. А там будем посмотреть. Возможно, там уже какое-то более серьезное сопротивление нас ожидает. Ну, что еще можно отметить? Лайткоин пошел неплохо, посмотрите. С такими сильными прострелами наверх. То есть это о чем нам говорят? Что его откупают по маркету. На фьючах, правда, но я думаю, что на споте тоже, соответственно, раз цена растет. Поэтому, ребята, лайткоин глобально все еще вот пробивает свое горизонтальное сопротивление и только выходит из зоны накопления. Посмотрите, вот прямо сейчас, когда я это записываю, лайткоин пробился из этих оков, ребята. Так что очень все выглядит побычье. На мой взгляд, надо лонговать, двигать стопы обязательно, потому что снести может нахрен. И
Не рискуйте всем своим депозитом. А что, ребята, до следующего халвинга у нас 209 916 блоков, или приблизительно 4 года. Примерная дата 31 января 2028 года. То есть будет это на графике примерно вот здесь где-то. И у нас еще все, еще много есть времени, чтобы показать себя в этом цикле. Если гадать на кофейные гущи, я думаю, нас ждет еще что-то плюс-минус вот такое в этом цикле. 1200, может, чуть позже. Может, осенью, к зиме, наверное, вот так вот. И потом, соответственно, коррекцион, медвежий рынок, как обычно. И дно в районе, я думаю, тех значений, где мы сейчас, плюс-минус. С соответствующими отскоками, да, там, перед накоплением и заходом в новые хаи. Как это все обычно и происходит, друзья. Есть, конечно, еще вариант, что здесь у нас будет развилка и новый глобальный медвежий рынок. И это все было раз, два, три, четыре, пять. Но это уже совсем другая история для отдельного видео или стрима. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. С вами был Гриня. Ставьте стопы обязательно, а не только лайки этому видео. И подписывайтесь на наш канал, И подписывайтесь на наш канал, если вы зашли впервые или почему-то еще до сих пор на него не подписаны. Всем большое спасибо. С новым халвингом и до следующей встречи. Пока. Ну, вот это нужно ставить.